Здравствуйте! Я представляю вам модель первого одноканального сонара для слепых. Итак, он работает на ультразвуковом датчике HCSR04. Вот сам датчик. Питается от кроны, поэтому он не может загореться, так как крона использует всего лишь 5 вольт. Как он работает? Мы его включаем. И вот, когда мы подходим к препятствию, то мы слышим звук. Чем ближе к препятствию, тем чаще мы слышим звук. То есть, вот так вот он одевается. И вот, например, я подхожу к препятствию и слышу, что передо мной препятствие, потому что звук учащается. Теперь я отхожу дальше и понимаю, что передо мной нет препятствия, потому что звук уменьшается. Также в этом приборе есть разъем для наушников, чтобы не раздражать окружающих. Включаем наушники. Включаем наушники. И вот слышно, как он работает. Для того, чтобы не раздражать окружающих.